Фестиваль красоты, ума и творческих талантов в молодежном центре «Химик» во второй раз прошел региональный этап всероссийского конкурса «Мисс и мистер студенчества». За корону этого года боролись 20 креативных юношей и девушек из 10 вузов Омской области. Студенческий конкурс проводится на базе ОМЦ «Химик» во второй раз. В прошлом году он стартовал у нас, мы этому безумно рады. И вообще, в принципе, как создавалась история, есть все-таки всероссийский этап конкурса, а мы решили, почему Омскую область нам не представить. Вот поэтому создали и думаю, что будем продолжать в том же духе. В следующем году мы планируем еще добавить СУЗы, поэтому будет такой мини-вариант СУЗовской версии. Студенты проявляли свое ораторское мастерство в самопрезентации, отвечали на блиц-вопросы ведущего, принимали участие в трех видах дефиле – молодежном, спортивном и вечернем стилях. Решающим аккордом стали творческие номера. На подмостке выходили танцоры, вокалисты, чтецы и музыканты, чтобы блеснуть своим талантом. Костюмы, макияж и декорации – здесь все продумано до мелочей. Конкурсанты ответственно подошли к своим выступлениям, подготовили для жюри и зрителей настоящее шоу. Мы с девочками болеем за ребят из Сибирского юридического университета, за Лену и за Влада. Победа за нами! Влад достаточно красивый, он у нас блондин, он точно будет выделяться на фоне. Лена у нас рыженькая, она тоже будет выделяться. И, в принципе, у них очень хорошие качества, как друзья и как, в принципе, ученики. Они очень классные. По правилам конкурса жюри должно было определить лучших 10 номинациях. Мисс и мистер – эрудиция, эстетика, стиль, оригинальность и другие не менее почетные звания присуждали в этот вечер. Вице-мисс и вице-мистером конкурса стали Елена Пальчиковская из Омской академии МВД России и Всеволод Нефантьев из Сибгувка. Такие конкурсы, они нужны для нашей молодежи, которая благодаря проведение вот всяких таких испытаний помогает им раскрыться в полную меру. Я просто испытал большое удовольствие от того, как себя проявляли ребята. Приходите все, поддерживайте, потому что поддержка, она очень важна для всех участников. И, к сожалению, взрослых не так много было. Ну, я думаю, если хотите поднять себе настроение, надо поддерживать нашу молодежь, потому что молодежь – наше будущее. Долгожданный момент вечера. Члены жюри готовы объявить результаты конкурса. Мистер студенчества 2022 Кирилл Сорокаумов! Все очень великолепно, все прекрасно. Мне очень сильно все понравилось. Спасибо. Кирилл, самое яркое впечатление сегодняшнего вечера. Что для тебя было самым сложным, самым волнительным? Творческий номер. Самый сложный, самый волнительный. Победителей ждет следующий этап конкурса. Полуфинал пройдет 27 июня в режиме онлайн, а финал состоится 12 сентября в Краснодаре.